ТП под Чебаркулем. Иномарка столкнулась с большим грузом. От удара грузовик перевернулся. Подробности аварии в нашем репортаже. На кадрах отчетливо видно, после того, как фуру врезалась попутная легковушка, большегруз закрутила на мокрой дороге, а потом он переворачивается на бок и еще несколько десятков метров по инерции проезжает вперед. Благо, пострадавших в аварии не оказалось. Другое ДТП произошло на пересечении улиц Чайковского и Комсомольского проспекта. Водитель одной из легковушек остановился на светофоре. В это время в него врезалась попутная машина. В Садке столкнулись два легковых автомобиля. Водитель иномарки пытался проскочить на красный сигнал светофора и не пропустил отечественное авто на главной дороге. Теперь оплачивать ремонт автомобилей придется страховой компании виновника. Другой автовладелец едва не попал на кругленькую сумму в Златоусте. Водитель иномарки пытался развернуться на мокрой от дождя дороге, но не справился с управлением и буквально повис на дорожном препятствии. Эвакуатора мужчина дожидаться не стал. Его сняли на руках подоспевшие шоферы. Жуткая авария с перевертышем случилась на Новоградском тракте. На подъезде к Челябинску столкнулись две легковушки. От удара отечественное авто перевернулось. Информации о пострадавших нет. Два легковых автомобиля не смогли разъехаться на проспекте Ленина. Легковушка не пропустила Мазду. Пострадавших нет.